сейчас мы Питер посмотрим. Правда, это Весогузка такая. Как, ничего не стали вот это ступить? Мы на Биржевую 12 едем, правильно, да? Да, да, да. Чигов, вот такой Казан. Что это у нас? Казанский собор. Я не буду снимать, потому что очень сильно трясет. Хотя, конечно, вечерний город, Санкт-Петербург. Хотя, казалось бы, да, вот стелка Васильевского острова, вечерний центр. Хотя, да, все-таки немножко, так сказать, в горах, да, но все равно, частицы. Ну, там рядом. Ну, сейчас мы на Невске выйдем, может быть, меньше 300 будет. Вот мы на Невске. Там Исаакиевский собор. Ой, нет, Спас на Крови там был. Там вдали Спас на Крови. Командира такого. Да, да, да. Так, ладно, в общем, растральные колонны. А это, наверное, здесь где-то кунсткамера и адмиралтейство. Ну, морской какой-то музей. Смотри, такая вижу, я там прыгаю. Нет, это не здесь. Так, в общем. Так, поэтому вот Петропавловка там. Вдали, вдали, вдали. Хорошо. Где? Кулуар, международный особняк искусств, сердце, культурный центр. И вот мы приехали. Это необычное место. Дай-ка я вот сниму вот это. Под мероприятием мы пытаемся приходить. Это вот там. Там еще три этажа наверх. То есть все вот это осталось. Мы пока идем сюда, а потом мы посмотрим. Там никто не мешает. Ой, темный садик. Ой, это мы прям, это как это называется, когда внутренний совсем дворик со всех сторон окруженный стенами. Вот тут такая вот рок-тусовка. Вчера Ваня видел вас в этом составе территории. Здрасте. Странно. Чего странного? А я сейчас мы попробуем ее заснять поближе. Обстановка, темные какие стены. Сквозь облака я смотрю на дома, словно зал ожидал.
Я мова и стану не снится зима. Получилось два концерта в один день. На одном мы выступали, и нас пригласили еще выступить несколько мест. И вот на втором мы просто попали, там был концерт, посвященный Юрию Морозову. И пели группу рок-группу, плюс пели и так далее. Ну, вы видели. Ну ладно, до новых встреч. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Еще очень много всего интересного про питерские художественные всякие события, ну и про мое творчество в том числе. Всего доброго!